Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, мы находимся в нашем городе. Так, опа, НЛО. Нифига себе. Ладно. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Мы сейчас построим стартовый домик. В общем, ставим булыжники вот таким образом. Такая вырисовывается у нас фигура. То есть тут все просто, такой фундамент довольно простой, но в то же время домик будет нереально крутой. Окей. Ставим ступеньки вот таким образом. Потом сюда и тоже начинаем ставить. Так, тут у нас хрюшка пришла. Так, давай, иди отсюда. Ну, в принципе, она не мешается. Ладно, в принципе, пусть стоит. Такой хрюндель что-то подошел. Посмотри, что-то такое происходит. Окей, окей. Ладно, все, построили мы, значит, такой фундамент. Вот таким образом. Далее, я забыл один момент. Нужна плита. В общем, ставим вот таким образом плиты. Сюда. Так. Тут коровка такая ходит. Блин, что-то меня звери окружают. Вы что хотите от меня? Кыш отсюда. Прям что-то зверье нападает. Сейчас нападать на... Корова вон пошла просто гулять по моему зданицу. Кыш отсюда. Кыш, кыш, кыш. Еще и хрюндель подходит. Ладно, короче, я на них внимания не буду обращать. Я буду ставить вот так дуб... Это дубовые доски. Ставим по два блока. Потом, значит... Что-то такой хрюндель, смотрите, да? Такой внимательно смотрит на доску. И на меня тоже, вообще. И второй еще... Блин, да что они окружают меня? Вы дадите мне построить? Иди отсюда, хрюндель. Все, окей, построили мы, значит... Блин, теперь еще корова подошла. Надо было где-то подальше строить. Окей, ладно, я тут делаю такой дизайн. Корова мне мешает. Пришлось ее ударить. В общем, Мурка, нам с тобой не по пути. Окей, все, мы, значит, построили вот таким образом. Теперь начинаем строить чуть выше. Вы скажете, нифига себе, какой дизайн получается. Ну да, народ, дизайн реально будет очень классный. Такой, знаете, свежий. В том плане, что... Короче, свежесть альпийских гор. Все, значит, смотрите, я бревна вот таким образом ставлю. То есть там у нас получатся такие маленькие окошки. Но, согласитесь, будет очень круто выглядеть. Отлично, все. Теперь, значит, дальше. Что мы делаем дальше? Прям здание свежесть альпийских гор. Я выбрал плиту из акации. Еще и курица пришла. Да ладно. Блин, сколько зверья здесь ходит. Еще и курица. Блин, свинья была. Коровка, курица. Ладно. А, я, значит, ставлю по два блока. То есть, если считать от самой стены, то вообще 4 блока. Теперь, значит, я буду ставить ступеньки. Высоту я поставлю вот таким образом. То есть по 3 ступеньки я поставил, здесь по 2. Да блин, опять свин мне тут... А нет, не мешает, не мешает. Я хотел его ударить, но ладно, передумал. Так, ладно, окей, такой пошел, пошел. Ладно, все, ставлю, значит, дубовые доски. Так, раз, два, три, четыре. Все, ну ладно, один, наоборот, два. Потом, значит, три. Так, все, запутался. Да ладно, шутка, конечно. Все, смотрите. Ставлю заборчик. Я просто, знаете, хочу, чтобы видео были не нудные, как у других, например, людей, у других блогеров. Я реально смотрел некоторые каналы. Некоторые люди так скучно строят, что я вообще не представляю, как некоторые смотрят. Но я постараюсь как-то повеселее все-таки вести, потому что... Ну, потому что смех продлевает жизнь, дорогие друзья. Хорошо, значит, смотрите, ставим вот такие бревна чуть выше. Далее выбираем плиты и начинаем ставить следующим образом. То есть вы видите. Ну, блин, получается однозначно уже классно. Мне лично нравится, я надеюсь, вам тоже нравится. Это, смотрите, получается как бы... Это вообще как бы считается такой типа, ну, как второй этаж, только я его буду называть первый. Почему первый? Потому что вот этот, видите, это я буду называть вот этот погреб. Смотрите, я сейчас опущусь в погреб, я сейчас выберу лестницу. Вот она, лестница. Окей, ставлю, значит, лестницу, и я буду называть вот эту штуку. Это, конечно, да, как бы первый этаж, но будет погребом. А это, наоборот, первый. Вот такая вот запутанная ситуация, дорогие господа. Господа строители... Так, торжественно заявляю, что это будет первый этаж, а это ниже него погреб. Все, окей, я сделал вот такие, типа, окна. Теперь делаю следующим образом. Я ставлю дубовые доски вот таким образом. Вот следующим. Окей, все. Сейчас надо дверной проем еще сделать. Дверной проем у нас будет... Сейчас, подождите. Я соберусь с мыслями. Надо сделать сначала плиты. Да, обязательно надо сделать плиты. Потому что надо сделать.
для красоты. Все, смотрите, почти я закончил конструкцию. Так, здесь вот осталось буквально парочку плит поставить и все. Вот, отлично. Теперь, значит, сразу, вот здесь у нас будет как бы дверной проем. Так, сейчас я подумаю, как лучше сделать. Так, 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 так. Сейчас, момент, момент, дорогие друзья. А, в общем, ну да, что я тут мудрю-то? Вот так я не пройду, да, вот я не могу. Получается, я оставляю здесь как бы этот проход. Так, и в общем, начинаю строить крышу, да? То есть, начинаю строить крышу. Тут, в принципе, она, знаете, такая пирамидальная будет. В принципе, ничего сложного нет, поэтому я, наверное, это видео просто ускорю. Сейчас я вот сделаю первый ярус, а когда начну делать второй, третий и четвертый, я видео просто немного ускорю, потому что так будет быстрее. Итак, значит, все, достраиваю вот так, теперь уголок ставлю, и все, теперь можно реально ускорять. Погнали, народ! Итак, народ, крыша у нас построена, теперь я поставлю на ней такие антенны или штыки. В общем, они придают очень крутой дизайн, и они должны однозначно быть. Давайте, я вот, смотрите, застроил почти что вот такую конструкцию, то есть такая как бы платформа небольшая. Я ставлю здесь два дубовых блока, далее каменную ограду, два тоже блока. И смотрите, интересный момент. Вот здесь я, значит, ломаю блок и ставлю дуб. Ладно, что-то он ставится таким образом. Сейчас я разберусь, как его поставить по-другому, потому что у меня в планах поставить его... Во! Вот так! То есть вообще четко. Я понял, как это сделать. В общем, я вот проведу сквозь дом прям эти блоки. Здесь я изменю. Все, отлично получается. У меня как бы изначально была реально такая задумка сделать вот эти дубовые доски следующим образом. Все, получается реально очень классно. Так-с. Теперь нужно сделать следующий момент. А как же... Так, сейчас я подумаю. Момент, народ, момент. Сейчас я придумаю. Евген Бро все проблемы решит. Ну, в общем, да, тут, в принципе, ставим вот такую каменную оградку. Так, и вот так. Отлично. Все, все поставил каменные оградки. Теперь я выбираю заборчик. Ставлю вот здесь такую финтиплюшечку. Это я не знаю, как антенны или штыки. Именно вот этот дизайн, вот это... Такая интерьерная мысль, так скажем. Дизайнерское решение. Во, дизайнерское решение, модное. Оно даст именно свои плоды. Смотрите, получилось очень классно. То есть домик выглядит реально круто. То есть реально, да. Вот здесь у нас такие окна будут. Я как бы могу его закрыть, но я не буду. Я оставлю. Можно потом здесь стекла поставить. Можно вообще без окон. В принципе, такая лесная избушка. И, в принципе, она очень классно выглядит. Мы такие можем зайти, вот как это выглядит, значит, наш домик. Далее, мы здесь разные можем кровать поставить, еще что-нибудь. Я не буду ничего пока ставить. А здесь мы можем спуститься в погреб. Так, здесь, допустим, у нас будут разные ящики, сундуки. Допустим, давайте я поставлю какие-нибудь парочку сундучков, чтобы они просто были, и как бы вы могли представить, что здесь мы будем хранить все наши ресурсы, сокровища. Можно здесь какую-то, не знаю, ловушку сделать. Но это уже чисто ваше усмотрение. Я должен был построить домик, и я его построил. Так, кстати, забыл момент. Вот здесь надо добавить балку. Давайте добавим балку и... Так, вот так соединим. Все, теперь реально шикарно. Теперь очень правдоподобно выполнен домик. В общем, народ, я здесь добавил листвы. Смотрите, добавил листвы. Далее... Всякие заросли сделал, типа висячие кустарники и так далее, лозу в данном случае. Все отлично выглядит. Народ, я надеюсь, вам понравился этот стартовый домик, поэтому подпишись на мой канал, поставь лайк, позови друзей посмотреть видео. В общем, сделайте обязательно репост и пишите в комментариях, что бы вы еще хотели. Всем пока!